Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Я очень рада приветствовать вас на рукодельном канале. Здесь я рассказываю, что я вижу, как вижу. Также делюсь с вами своими радостями, бедами. Ну, в общем, делюсь всем понемногу. А сегодня я хочу поделиться с вами... Вот смотрите, что я получила. Я вот так отойду чуть дальше. Это посылка, а еще все не входит. Это посылка добра. Вы, наверное, все знаете, на YouTube есть канал «Вижу-Вижу». Хозяйка этого канала Наталья. Наталья живет в Татарстане. Знакомы мы с Наташей уже больше 4 лет. Первую такую совместную благотворительную акцию мы проводили. Наташа присылала мне из Татарстана пряжу, и я вязала носочки. И мы отправляли хорошим деткам, добрым, милым, которым нужна была наша забота и тепло. Куда отправляли? Отправляли в Украину. Вот. И сегодня я получила от Наташи очередную посылку, но... Здесь не только подарки для меня и для моих внучат. Наташа мне прислала очень много пряжи. Да, и она сказала, что я могу вязать, что хочу и кому хочу. Хочу, могу выбрать себе. Хочу, могу выбрать на благотворительную акцию. Сейчас я вам все покажу. Вы знаете, к сожалению, Наташа сейчас очень мало вяжет, потому что Наташа перенесла инсульт. И последний год она... болеет. Дай бог, Наташа, тебе здоровья крепкого. Но Наташа старается, она делает зарядку, вот, делает добрые дела и старается, конечно, победить последствия болезни. Я желаю крепкого здоровья Наталье. Канал «Вижу-Вижу». Я надеюсь, что Наташенька выздоровеет и возобновит свои видео на YouTube. Человек, который с душой, с большой-большой душой, а видео у нее замечательные. Так что, милые мои зрители, кто еще не смотрел канал «Вижу-Вижу», заходите, вы увидите, какие там шикарные изделия. Ну вот смотрите, я уже переложила в коробочку, потому что мешок мы получили, 8 килограмм. Ну, я вот это все вижу, конечно, первый раз. Я такой пряжи не видела. Аня уже выбрала себе вот кардиган. Вот из этой красоты, конечно. Это девочки уже распределили. Нужно две подушки им связать. Идем дальше. Это тоже шерсть. Это тоже я все буду вязать. Сейчас я вам покажу. Так я все не буду. Вот. Это всю вот эту красоту. Вот новиночка. Так, друзья мои, а самое главное то, что Наташа подарила мне свои шали. Вы же знаете, у меня был недавно день рождения. Сейчас я вам покажу. Так, одна рука. Помните, у Натальи на канале «Вижу-Вижу»? Кто видел эту красоту? Все видели. Это правда красота. Наташенька, тут уже мои внучки, конечно, распределили, кому какой. Да, вот эта красота. Вы знаете, когда Наташа все это вязала и показывала нам, я говорила: ой, какая прелесть. Да, ну вот, Господь меня услышал, и эту свою красоту Наташа решила мне подарить, за что я безумно благодарна. Также вот здесь снуд. Так, уж не буду сильно. Так, еще один платок. Я все вам потом покажу. Вот Наташа связала это капор такой на голову. Аня уже себе его отобрала. Здесь тоже мешочек с пряжей. Вот, а еще посмотрите. Это на детскую ножку. Видите, что мне Наташа подарила? Так, это я так полагаю на мужской размер. Вот, ну теперь я буду вязать и показывать вам. Прямо сейчас пойдем и оденем. Это вот на, наверное, на 39-й. Размеры не знаю. Буду еще все это смотреть. У меня первые такие блокаторы. Наташенька, спасибо огромное. Вот еще такая красота. Что я хочу сказать, дорогие мои друзья? Я хочу всем пожелать здоровья.
Наташенька, тебе хочу сказать особенную благодарность, потому что в 2017 году одна ты единственная из блогеров не побоялась, выслала мне пряжу, и я связала из нее и отправила туда, где наши изделия согрели ножки малышам. Вот, будем вязать еще. Вот здесь у меня очень много, сразу мы посмотрели, очень большой выбор. Мы тоже будем вязать. Я буду показывать на своем канале. Вот, я всегда показываю, говорю, чья это пряжа, кто мне присылал. Буду показывать. Будем вязать для областной больницы города Калининграда. Здесь она находится в городе, поэтому здесь нужна помощь. Вот. Поэтому будем помогать. Будем одевать ножки малышей в теплые носочки, следочки. Потому что скоро зима. Вот. И поэтому надо одеть малышей. Конечно, дорогие мои, я поделюсь этой пряжей. Я уже знаю, кому я отправлю. В ближайшее время вы тоже это узнаете. Эта милая девушка на своем канале вам расскажет. Эту пряжу я передам ей именно от канала Вяжу-Вяжу. Вот, эта пряжа ей нужна. Поэтому я ей передам с письмом. Вот, и она все вам покажет и расскажет. И она будет для своего ребеночка вязать и показывать вам. Что хочу сказать еще. Вы знаете, так приятно, когда люди делятся с тобой, делятся своей радостью, делятся своими шикарнейшими изделиями. Вот все эти снуды, которые, все вот эти, это не снуды, снуд у нас где? Снуд у нас вот один, а вот эти вот шали, они есть на канале Вяжу-Вяжу. Дорогие мои, я стала обладательницей шикарных шалей. Да, могу вам сказать, что у меня нету времени себе что-то связать. Вы знаете, я вяжу себе одну футболку в год. Вот теперь я буду... У меня внучки разобрали, конечно. И мне досталась одна такая шаль. Наташа нам прислала три шали, да, Анют? Три шали тут, да. Вот, теперь могу вам сказать, что я к зиме готова. Татьяна Степановна мне прислала носочки. Вот, Наташенька с канала Вяжу-Вяжу мне подарила шаль. Скажите, а что еще нужно для счастья? Мне так ничего больше. Мне нужно, чтобы у меня были хорошие друзья, счастливые внуки. Вот, и тем самым я смогу радовать других людей. Буду вязать. Вот, когда все навяжу, поеду в областную больницу города Калининграда и покажу вам. Вот. И буду, и делюсь я, конечно, я делюсь своими запасами. Вот. Ну, в ближайшее время я надеюсь, что девочки, когда получат мои посылочки, они расскажут вам о моих таких маленьких подарочках. Вот. Будут вязать и будут радовать нас своими изделиями. И будут греться. Ну ладно, дорогие мои, времени совсем мало. Своим сегодняшним таким счастьем я с вами поделилась. Дальше предстоит работа, все это разобрать, посмотреть, что мне нужнее связать. Мне еще нужно позвонить в больницу. Ну, примерно размеры я знаю. Ну, в общем, будем вязать и будем дарить тепло тем людям, которые этого заслуживают. Так что вот, дорогие мои, всех люблю, всем хочу сказать спасибо за поддержку, за понимание. Благодарна тем, кто после вчерашнего ролика написали душевные слова, сердечные. Будем вязать дальше и будем делать жизнь прекраснее. Спасибо вам большое за внимание, до новых встреч. Всем мира, здоровья. Желаю всем оставаться хорошими людьми, добрыми. И к добру потянется добро. Я вас всех очень люблю. Спасибо вам огромное. До свидания.